Привет. Привет, привет. Морис, недавно ты сказала одну такую шикарную фразу, что нет ничего такого, что не подвластно настоящему мужчине. Помнишь такое? Помню. А скажи, пожалуйста, как ты себе представляешь, какая должна быть в таком случае настоящая женщина? Любая. Любая? Подожди, то есть настоящий мужчина должен мочь все, а настоящая женщина любая? Женщина может быть любая. Капризная? Нет, только не капризная. Ага, значит, уже не любая. Плаксивая? Плаксивая нет, только не плаксивая. А какая тогда должна быть настоящая женщина? Обычная. Обычная это какая? У каждого свое понятие обычная. Какая должна быть, по твоему мнению, настоящая женщина? Как ты. О, а какая я? Красивая. А еще? Еще ты очень вкусно делаешь. Значит, красивая, вкусно готовит. Какая еще? Еще она очень любит поспать. Это настоящая женщина должна любить поспать? Да. Ты готов, чтобы рядом с тобой была женщина, которая любит поспать? Да. Прекрасно. Как была устал съезжать. Понятно. А еще какая должна быть женщина настоящая? Короче, все как ты. Все как я, понятно. А какой же должен быть тогда настоящий мужчина, помимо того, что ему все должно быть подвластно? Сильный. Так. Все подвластно. Так. Короче, все как мой папа. И плюс все может. Все как твой папа, плюс все мальчики. Все как мальчики. Откуда у вас это, господи? Хорошо, спасибо большое.